Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сейчас очень-очень коротко расскажу, почему лучше не сеять разные сорта несколько в один лоток. Вот видите, вот на этом моем лотке можно наглядно увидеть, что могут быть разные сроки всходов, хотя я посеяла в один день. Я посеяла сюда все вместе, потому что это горький перец, хотела его как-то отделить, поленилась в разные емкости, и произошло то, что обычно происходит. Один вот отсек выстрелил сразу, следующие только-только начинают вылазить. Видите, вот петельки, и тут тоже просыпаются. А четвертый участок еще спит, еще семена не пробудились. Так как сроки посевов всхода у перца очень долгие, можно ждать и 2 недели. Вот этот у меня взошел, по-моему, на 5-й или на 6-й день. А этот может еще неделю сидеть и будет очень маленький. И вы понимаете, что это соседство будет невыгодно для тех, кто будет меньше. Эти уже будут 1-2 настоящий лист. Их уже нужно будет пикировать. Нужно будет как-то выемку делать, это все может создать вам проблемы. Поэтому, если у вас немного вот такое количество, как у меня маленькое, и несколько видов, лучше разделить все-таки их в разную тару. Вот, ну, можно в такие вот в маленькие, в какие-то, в контейнеры, емкости. Просто, видите, вот, показываю вам наглядно, что если вы посеете много разных видов, сортов в один лоток, у вас одни могут вымахать, а другие только-только проснулись. Они могут сходить до 3 недель, вот если это баклажаны, перцы. И вы понимаете, что распикировать лоток в один и тот же день в одно время вам не удастся. И будет очень сложно, этот ком земли, вот эту часть придется как-то изымать осторожно, эти оставлять, потом доращивать. Вот. Каждый мой видеоролик, вот такой маленький, если без какой-то темы, это ответ на вопрос. Как лучше все-таки посадить в одну емкость по несколько семечек или разделить? Мой ответ однозначный. Лучше разделить. У вас будет меньше проблем, потому что всхожесть у семян вся разная. До свидания. С вами была Ольга Чернова.